Смысл в том, что правительство получает то, что желает. Они не хотят, чтобы ваши дети были образованы. Они не хотят, чтобы вы слишком много думали. Вот почему в нашей стране и в мире так расцветает индустрия развлечений. Масс-медиа, телевизионные шоу, парки аттракционов, наркотики, алкоголь, любые развлечения, чтобы отвлечь разум человека. И чтобы вы не стали на пути у влиятельных людей, если слишком много думаете. Пора понять уже, что есть люди, которые управляют вашей жизнью, даже если вы об этом не знаете. Пора просыпаться.